On the very first day when the Russian invaders came to her village, they began to kill people. There was no mercy for anyone. And this horror was going on until the Ukrainian troops liberated the village. Первый день, когда пришли русские к нам, все. Они убили сразу 8 человек. Скинули их в подвал. Там магазин у нас есть. Хостовары продавали, большой магазин, и был подвал. Они скидали этих людей туда, но в центре было очень много их. Они скидали молодые парни все. Подвал скинули, никто не знал, что они даже в подвале там лежат. Один хлопец просто курить вышел на улицу, проходили солдаты. Молодой совсем пацан. Они его забрали, родители больше его уже не видели. Когда уже русских вывели из села, залезли в этот погреб, нашли этих ребят, но они в таком состоянии уже были. ДНК-экспертизу делали. Одного мужчину вообще не могли найти, узнать, кто он и чего, потому что у него ни рук, ни ног, ни головы, ничего не было. Еще гнилостное состояние было. Так его похоронили, но никто не знает, кто такой он. А потом, когда стали разбирать уже, тот магазин, он был обрушен. Стали плиты убирать. Подняли плиту, а там тоже молодой, убитый. Молодой человек. Родители тоже его искали.